Так вот на себя. И теперь постарайтесь развернуть ладонь наоборот. Вывернули ее вот так вот. На весу, локти согнули. И подтянули пальцы, вот как мы захват делали, помните? Нет, не с этой стороны, сейчас пока. А одной рукой почему нельзя сделать? Вот одной рукой давай, вот так. Научитесь. Ты же можешь вот так, да? Конечно, вот. Вот так. Ну, вывел мне руку, а второй рукой массируешь. Вот это массируешь. И это вывел. Совсем. Вот, вытянули еще побольше, вот так вот его раскрываю, как бы ладонь, да? Вот, чтобы большими пальцами промассировать. Синхронно ребята работают. Синхронисты. Угу. И переходим ближе к запястью. Захват запястья одной рукой, а второй рукой кисть как бы пытаемся оттянуть, оторвать. Теперь кисть на скручивание и продавливаем большими пальцами сзади, да. Вот. Приемчики из единоборств можно поделать тоже, да. И теперь заворачиваем руку за голову. Так, братья Симоновы работают синхронно. Разминают бицепс. Теперь, да, предплечье делим на две части, внутреннюю и внешнюю. Отдельно внешнюю проходим, отдельно внутреннюю. Во, у вас отлично получается. К вам надо записаться на массаж в четыре руки. Делаете такие? Делаем. Но в два раза дороже стоит. Два же специалиста работают, правильно? Да нет. Да, в два раза дороже надо брать. Такой массаж две руки того стоит. Да? Да. Вот, ну скажите тогда рекламу про себя, чтобы к вам приходили в ваш салон, как к высококлассным специалистам. Сами мы с Федерации рукопашного боя СССР выходцы занимались рукопашным боем. Вот. Различные были травмы, которые сами друг друга лечили, вылечивали. А теперь вот помогаем нашим друзьям, товарищам в их различных вот таких бедах. У кого подвывихи, у кого позвонки выскочили, кому массаж сделать, восстановить организм для дальнейшей, как говорится, работы. И В даже общем, целостной жизни. обладаете полностью массажем и мануальной терапией, да? Да. Можно убрать блоки, устранить Блоки, функциональные функциональные. блоки можно устранить. Ну, круто, круто. Вернуть Приходите. человека к жизни. Ну, массаж классно, да? Тот, кто принимает массаж, как тебе массаж рук? Отличный. Нравится, да? Даже, по-моему, ты говорил, что не ожидал, да, что руки тоже приятно делать. Руки очень приятные. Даже приятнее, чем ноги и спину. Намного больше. Да. Теперь выжимаем лимфу и уводим ее в подмышечную Особенно кто впадину. занимается упражнением с отягощениями, рукопашным боем. Да, У кого атлеты все проблемы с возможное. локтями, проблемы с плечами, этот массаж, он все проблемы решает. Вот, то есть Почти. рекомендуешь всем, да? Да, я двух братьев рекомендую полностью. На себе проверил. Александр и Анатолий. Ой, а, правильно. Симоновы! Симоновы! Да, еще подняли руку и потрясли в воздухе. Да. Так, раз, два, раз, два. Отлично. Тут и позвоночник расслабляется, и лопатка распрямляется. Супер! Ну мы к вам запишемся на прием. Ждем у себя. Окей.